Здравствуйте, дорогие друзья! Здравствуйте, уважаемые любители хоккея! Рада вас приветствовать, и отправляемся с вами в Хабаровск на Платинум-арену, где сегодня вновь скрестят клюшки хоккеисты Хабаровского, Амура и Новосибирской Сибири. Ну и вот выход 1-1, посмотрите, первый супер момент Пьянов. Ну как-то так прямо по центру бросил, наверное, хотел под щитками, конечно, как мы говорим, в домик, да, отправить шайбу Барташаку. Провалились в обороне хабаровчане, причем первым на возврате был Радан Ленц, крайний нападающий. Продолжается атака, вот как раз шайба у Горшкова. Так, с большим трудом отбил Красоткин эту шайбу. Еще выход 1-1, и опять Барташак феерит. Ну, классный, классный момент. Сейчас вновь был, на сей раз убегал Джейси Лайпон к воротам. Но здесь Горшков ошибается. На синюю линию попытался сделать передачу. Шайба была перехвачена. И в итоге Джейси Лайпон прибавил ногами, ушел от Романа Бычкова. Горшков не успевает догнать 93-го номера. Но у Джейси Лайпона в этой ситуации возможности обыгрывать Патрика Барташака практически не было. Пока по-прежнему 0-0. Очень этой паре команд сложно даются заброшенные шайбы. Пас центр, вот по мысли здорово все было. Чесалин так выскакивал. И подправление сейчас шикарное. Еще добивает. Ух, вот это вот супер момент сейчас создают новосибирцы, поворот Барташака. Ну, понятное дело, что все пытаются в центр смещать игроки Хабаровской команды. Во вчерашней игре бросков из слота, так называемого, с пятака не хватало. Броски от синей линии, броски с углов. Голубев дальше, а вот эта передача не точна от Шарова. Ну, шайбу, естественно, новосибирцы сохранили. Шаров. Смена позиций. Бросок, это гол! Пожалуйста, закрывают обзор Барташаку. Показывает он, что, ну, было там какое-то с ним касание, но 1-0, и наверняка эту шайбу засчитают. Не удается это сделать. Правда, вот эта последняя передача не очень. И 2-1 выход. Вот он шанс. Вот он шанс. И сам будет развивать эту атаку. И бросок Гребенщикова. Красоткин в полном порядке. Ждал до последнего. Лишних движений не делал. И успел защитник новосибирской команды перекрыть передачу на Давида Томашко. Гребенщиков пошел в обводку. По закруглению поднимает шайбу Миша Лучайковский. Сейчас немножко активизировал Сибирь. И здорово все! Ой, передача и гол! Доедают этот момент. Олег Ли 2-0. А какой поперечный пас. Барташак выручает свою команду, но потерял шайбу из виду после первого броска. А Олег Ли, в свою очередь, на пятаке оказался самым расторопным. И именно Олег Ли принимает поздравления. 6-й гол в этом сезоне. В 18-е набранное очко. И счет становится 2-0. Ой, красиво! И еще одно удаление. А вот это 5 на 3. Вот это уже, скажем, шанс, который надо точно реализовывать. Если не сейчас, то наверняка эту игру будет потом сложно спасти. Пять на три. Еще 20 секунд всего лишь остается у Амура. И все-таки забивают. Все-таки забивают. Дальний бросок. И это гол. Руслан Педан выдает огненную концовку регулярного чемпионата. Он забивает свой 4-й гол в этом сезоне и отыгрывает одну шайбу. Мощнейший выстрел. Среагировать Красоткин был просто не в состоянии. Вот здесь доходит до Томашика передача. Назад. И бросок по воротам. Добивание. Гол! 22 секунды до конца третьего периода. 2-2. Раден Ленц сравнивает счет. Причем с первым броском Красоткин справился с огромным трудом. Николишин. Вот пошел в обводку Николишин и из нее бросает. Но тут Красоткин. Угол острый был опять. Поменялись местами Николишин с Педаном. И в итоге до броска дело, конечно, довели. Никшор подбирает шайбу. Катит он к воротам Патрика Барташака и переигрывает его 1-0. Не стал обыгрывать, бросил с кистей в дальний угол. Барташак до шайбы не дотянулся. Да, попал Никшор. И Александр Шаров, хабаровский,
может решить исход этого матча, если не забьет. И он не забивает. Уже готов был, мне кажется, добивать шайбу. Антон Красоткин отбивает все 5 послематчевых буллитов и в итоге приносит Сибири второе дополнительное очко в этом матче.